Приветствую вас и ставить диагнозов вам я не буду. Потому что это не есть хорошо. Диагнозы ставить я не буду. По вашему описанию получается так, что вы недостаточно социализированы. И по вашему описанию получается так, что вам нужно просто выговориться для начала. Ну, вполне можно стоит обратиться к врачу, психотерапевту, психиатру по месту жительства, для того, чтобы он вам помог. Так я думаю, что вы по какой-то причине не смогли найти вот здесь, на новом месте, в Домодедово, друзей. Вот что-то вам не позволило это здесь сделать. И по какой-то причине вы так и остались в этом состоянии. То есть вы не действовали. Вы не разделяли общение с людьми. Вы не разделяли взаимодействие с людьми. Вы не реализовывали свои увлечения, свои какие-то хобби, свои интересы и так далее. Все это вы не делали. И вследствие этого у вас и появились такие проблемы. И помимо всего прочего, я рекомендовал бы вам подумать о том, что вам интересно, что нравится помимо работы. Что вызывает интерес живой и так далее. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. И да, это у вас есть дочь, что стало вашей женой, вашим браком, почему вы расстались, почему вы развелись. У этого тоже есть свои причины, проблемы и так далее. И еще вам одна мысль, как я надеюсь, для размышления. Мысль следующая. Почему вы говорите, что жили не так? Почему вы обвиняете себя в том, что жили неправильно? Ведь это происходит только после того, как вы ощутили пустоту. То есть тогда, когда вы делали свой выбор, вам он казался правильным. Так почему же вы подвигаете его сомнению? Вот об этом я хотел бы, чтобы вы тоже подумали. Где-то здесь есть противоречие. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.